новое распоряжение губернатора Подмосковья в связи с коронавирусом. С 16 марта подъезды многоквартирных домов обрабатывают спиртовым раствором. Такие меры приняты, чтобы не допустить распространения инфекции в регионе. Люберецкие управляющие компании уже приступили к работе. Более 2000 многоквартирных домов, 6400 подъездов. Весь жилой фонд городского округа Люберцы с этого дня обрабатывает специальным раствором 75% спирта и 25% воды. Такое средство от коронавируса убережет и аллергию не вызовет. Данные обработки проводятся ежедневно. Каждое утро, начиная с 9 утра, сотрудники управляющих компаний проводят дезинфекцию во всех подъездах. Полностью по всем управляющим компаниям организовано данное мероприятие. Входная дверь, лестничные перила, почтовые ящики, кнопки домофона и лифтов. Все, к чему прикасаются жители при входе и выходе из дома, подвергается тщательной обработке. Конечно, дополнительная защита, она нужна, но паники я вообще не наблюдаю в доме, и люди как-то все с пониманием относятся. Видимо, как-то они сами концентрируют свое внимание на здоровье. Такая мера защиты действует по всему Подмосковью. Дезинфекцию проводят не только в жилых домах, но и в офисах МособлЕРЦ и МосЭнергосбыта. Антисептической обработке подвергаются также кассы управляющих компаний и расчетных центров. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.